Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему «Любві всі возрасти покорні, її пориви благотворні». Олександр Сергійович Пушкін. Саме Пушкінський клуб в центрі нашої сьогоднішньої розмови і його гості. Верніше, наші гості. Голова Миколаївського Пушкінського клубу при музеї імені Василія Верещагіна Анатолій Золотухін. Секретар Пушкінського клубу Наталія Нагорняк. Друзья мои, здравствуйте. Добрый день. Сегодня вы наши гости, и не первый раз, и я надеюсь, что еще много-много-много раз будете у нас в гостях, правда, телезрители? Потому что с нашими сегодняшними гостями можно говорить на любую тему. Но сегодня мы говорим о 28-м сезоне Пушкинского клуба, который 28 лет уже существует в Николаеве, и его бессменный руководитель Анатолий Иванович Золотухин. Анатолий Иванович, вы... Человек, знаете, как говорят, два в одном, три в одном, а вы, я не знаю, бесчисленное количество талантов в одном. Спасибо, но дело в том, что Пушкин – это такая сквозная любовь, идет с 80-го года, поставлен памятник Пушкину, по моей исторической справке, по моим историческим справкам поставлены две мемориальные доски в городе Николаеве. Одна на углу улиц Шевченко и Соборной, а вторая на улице Гражданской и Никольской. Там, где Зонтак жила и где Пушкин написал очень много стихотворений из Евгения Онегина, в том числе и письмо Татьяны к Онегину в Николаеве. В Николаеве? То есть Николаеве? Вы утверждаете, что именно Пушкин Николаеве. Был в Николаеве? Да, это вот все просмотрено. Это доказано, потому что есть же сомнения. Это доказано, потому что я работал в 45 архивах и библиотек и не вылазил из Пушкинского дома, где хранятся все рукописи Пушкина. У меня есть полноразмерные рукописи, я могу принести и показать вам. Страниц, которые написаны именно в Николаеве. Именно рисунок в Николаеве. Именно в Николаеве. Вот он приезжает, он рисует Грейга, портрет Грейга. Приезжает и рисует портрет Юлии Грейг. То есть, короче говоря, кроме того, по рукописям уже научился разбирать, когда он приезжал, когда уезжал и так далее. То есть, это все целая кухня, которая разбирается... с помощью вот той науки, которая только вот сейчас нашла название в этом году и назвала ее апокрифология, то есть наука о тайнах, о тайных смыслах рисунков, о тайных смыслах текста, внутри которых может быть подтексты и так далее. Это целая наука серьезная. И сделана революция в отношении происхождения античной культуры, которая родилась у нас здесь в Николаеве. Это вообще нонсенс. Гомер здесь родился, на лагерном поле было Ольги один. Боже, какая у нас благодатная земля, да, телезрители? Но это мы возвращаемся к Пушкинскому клубу, потому что, да. Я же говорю, с Анатолием Ивановичем можно говорить на любую тему, но сегодня в центре нашей беседы 28-й сезон Пушкинского клуба. Анатолий Иванович, будьте значит, добры. Значит, регулярно, каждое четвертое воскресенье, 14 часов, начиная с сентября по май, вы не знаете, какая тема открывает двери в музыкальную гостиную Художественного музея Верещагина, и вы попадаете на заседание Пушкинского клуба. Более 300 вечеров уже проведено, кто там только не был с 89 года. То есть эта такая регулярность, она позволяет людям приходить, и мы уже не обзываем им, просто люди приходят, знают, четвертое, не последнее воскресенье, а четвертое именно. Анатолий Иванович, дело в том, что заседание Пушкинского клуба – это не сухое заседание, сидя за столом, а это творческий вечер. Да, Наталья Сергеевна? Да. У вас есть, вы как секретарь, вы следите за составлением программы. И наши программы составляются, и работаем мы над ними с Анатолием Ивановичем в течение всего года. Если заседание клуба проводится с сентября по май, с переходящей из года 16-го, допустим, 28-й сезон в год 17-й, то подготовка идет круглый год. Мы находим людей, которые согласны, это надо договориться, круглые даты, краеведческие темы, молодые таланты, молодые исполнители. И очень много через наш клуб проходит вот молодежный театр «Остров» молодежного дворца. По сказкам Пушкина великолепный спектакль был. Молодежный театр «Стук» под руководством Артема Свистуна. Они уже коллективный член нашего клуба. Театр «Слово дарунок неба», руководитель Виктор Смирнов. Там вообще дети, школьники. И хочется сказать, что кроме постоянных тем, которые у нас переходящие, как такие, как «Трояновские чтения»,
это декабрь месяц, январь месяц, творчество членов Пушкинского клуба. Обязательно о художниках Николаевщины, это последнее заседание, майское, может быть. У нас большое разнообразие, связь с литературным объединением «Стапель», «Заря», «Горит свит», клуб поэзии при областной библиотеке Алексея Гмырева. Это наши уже как бы выходы участников нашего пушкинского клуба в клуб поэзии имени Гмырева, в библиотеку областную, а также участие в учительской библиотеке. Члены нашего клуба, кто сами пишет, ходят на апрелевские шуточные, которые проводят заседания в библиотеке учительской, и обязательно это посвященное Высоцкому 25 января. То есть мы не закрытый клуб, который только у себя проводит, а еще и связь с городскими организациями. Ну и не только связь с городскими организациями, а вы, то есть Пушкинский клуб, а темы? Темы разнообразные. Самые разнообразные. Анатолий Иванович, Наталья Сергеевна, у нас есть несколько фотографий о работе ваших заседаний. Давайте посмотрим. Да, это чтобы... и нам будет интересно. Да, и вам будет, кстати, и вам интересно вспомнить. Давайте посмотрим, чтобы телезрители тоже увидели, что мы не просто так говорим. Ну вот этот зал, малый зал. Да, малый зал, музыкальная гостиная. Вот молодой руководитель. Вот это поэт, наверное. Сергей Бутенко. Ага. Да, поэт вот и композитор. Поэт и композитор выступает, да. В сентябре мы открывали его вот выступление. Да, и он записан. Это зрители, это слушатели, которые приходят сами. Это Бутенко, Сергей Бутенко. Очень молодой, талантливый парень. Да, это фотографии вот именно с вечера этого Бутенко, юного поэта и музыканта. Да, да. Он у нас еще будет выступать в марте. Мы проводим День всемирной поэзии, куда пригласим Дмитра Кременя. Наталья Сергеевна. Ему книгу вручаете? Мы ему книгу вручили, да. На память. На память о клубе «Автор». Вот это и творческий вечер Аркадий Суров, и Сурова у нас были вечера тоже, да. Вот видите, телезрители, так маленький такой штришок, но уже есть у вас представление. Хотя я думаю, что представление у вас есть, потому что, ну, наверняка каждый из вас хотя бы один раз, но побывал на заседании клуба, правда, да, Анатолий, да, конечно, Иванович? Конечно. Потому что как иначе? Ну, мы же не только заседаем, мы еще и работаем. В том смысле, что... И я хотел одну вещь подчеркнуть. Вот обратите внимание, одну маленькую. Это на выбеге из совковости нашей. Значит, мы не берем никаких денег ни у кого для работы клуба. Это принципиальный момент. Потому что деньги разделяют людей. И только на энтузиазме. То есть, если вы, вам интересно, вы занимаетесь. Если не интересно, не занимаетесь. Кого же вы будете тянуть там? То есть, короче говоря, вот на этом энтузиазме, вот простой пример. Никто нам денег не давал на издание вот этой толстенной книжки, видите? Анатолий Золотухин, Николаевский Пушкинский клуб, 1989-2007 год. Да, это 2007 год, это вот за столько лет работы, 11-18 лет работы, и, значит, мы здесь представлены. Это рукописи Пушкина, которые относятся и к Николаеву. О которых вы говорили, да? Да, вот то, что я говорил. Вот. Здесь представлены работы, страницы рукописи описаны, когда, что, почему. Здесь увековечение памяти Пушкина, Даля и Николая Григорьевича Ге. Вот. Это вот все связано с историей нашего Николая и Пушкина. Здесь представлены работы, связаны все программы этих вечеров до 2007 года. То есть идут программы вот такие регулярно все. Ничего подобного ни в городе, нигде. У нас есть сайт Пушкинского клуба с 99 года. Еще не было ни одного сайта коллективного, общественного. У нас уже появился, благодаря Игорю Горбатенко. И на трех языках он до сих пор выходит. Вот с 2014 года... Он уже стал выходить у меня на сайте «Гомера Атлантида». Там есть отдельный раздел «Пушкин», и там есть раздел Пушкинского клуба. Набираете «Гомера Атлантида» в поисковой системе и попадаете туда. В новости смотрите, что последнее было. Смотрите по отдельным разделам «Гомер Атлантида» там, и так далее. «Киевская Русь», там, ну, круг моих интересов там отражен, научный круг. Вот видите, вот когда исторические справки делались, скажем, на дом Даля, допустим, вот 7 лет я искал по 45 архивам, библиотекам, где он находится.
В конце концов, нашел 3 дома. И уже на одном из домов мы установили мемориальную доску 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Вот. Это планы, которые я там понаходил. Вот. Этих домов, и прямое свидетельство, что там жил Владимир Иванович Даль. Дальше, это, что касается это поисковой работы, связанной с пребыванием Пушкина здесь, и у нас составлена хронология, когда, что, в какой день он написал, когда он здесь был и так далее. 3 тайных, когда я начал этим заниматься в 80-м году, всего было известно 5 приездов Пушкина, сейчас 9 приездов Пушкина. Из них 3, даже можно сказать, 4 тайных приезда. Ух ты! Даже тайные приезды. Вот для того, чтобы здесь еще работы всех членов Пушкинского клуба представлены. Тех, кто пишет. Это больше 50 членов тут. Книга издавалась за свой счет. И всего 100 с чем-то экземпляров, не больше. Ее я всю делал, макет сам, и печатал у себя дома. И только Ирина Гудым нам собрала в обложке, вот это шикарно, видите, прекрасная обложка, красивая, да, в котором, да, Пушкин на берегу Черного моря, это из нашего музея Верчагина. Вот, боже, чудесного художника. И еще о помощи нашей, как мы помогали Тамаре Константиновне Пересунько, хочется сказать, человек ограничен в движениях, это очень большой труд и заслуга Анатолия Ивановича в помощи в издании, вот последняя ее книга, это книга ее воспоминаний, с кем она встречалась, с известными людьми, о городе, о любимом месте «Пять углов», книга так и называется «Пять углов», о Гоголе мы помогали издавать. И также большая помощь была оказана Анатолием Ивановичем и Пушкинским клубом в издании книги «Апиева дорога». Это Троянова. Поэмы Троянова, исторические стихи его, последние. Пьесы, которые он писал. Это было издано с помощью Пушкинского клуба. Больше никто такую книгу не издавал. Она очень маленьким вышла накладом, тиражом, я кажу, тиражом, да. Но многие наши приобрели, члены нашего клуба. И вот человека уже нет, а в память о нем осталась такая книга. И я успел записать интервью с ним последнее. Вот, как бы духовное совещание он составил. Вот 95-летие. Его мы будем отмечать 25 декабря. Вот все, кто желает, может прийти, свободный вход. И особенно те, кто участвовал в работе Троянова, театра Троянова. Это уникальное явление. Больше 100 пьес было поставлено из 17 стран. Написаны в 17 стран. Это международный театр был. Троянов исследовал, изучал театральное искусство очень широко, пройдя школу малого театра. Это уникальный опыт. Он написал пьес масса, которые еще будут ставиться о Николаеве. Он написал, пока еще лежат, но... Они лежат, но они будут ставиться, потому что уже больше у нас не будет человека такого, который так бы прошел вот эту школу от малого театра, колоссальную школу, там такие у него учителя были, Аненков, там вообще чудо просто, знакомый Ильинский там. Он дружил вместе с многими актерами известнейшими. Из них Павел Успекаев, его лучший друг, «Белое солнце пустыни». Представляете? То есть это уникальный человек. Он остался практически незаметен. Вот только мы его сделали Пушкинским клубом почетным гражданином города, написали представление на него. Вот. И многих мы поддержали. Крючкова поддержали, он у нас тоже почетный гражданин. Карнаух у нас почетный гражданин. У нас почетный гражданин, то есть почетный член Пушкинского клуба Дмитро Кремень. То есть у нас очень много таких выдающихся людей, которые мы как бы включили. И вот книжка написана мной, первая книжка о том, как бы она подвела итог в 2001 году. По всему, что я за столько лет, с 80-го года, 21 год, собрал по Пушкину и Николаеву, Николаевскому краю. Тут представлена, она уникально создана, видите, тут подобраны все портреты, подобраны рукописи Пушкина, подобраны, то есть, и все это связано и сделано так, что на одной страничке, на одном развороте изучается одна тема. Вот это то главное. То есть, это очень важно, и очень вы листаете, важно. И тут 40 с чем-то тем проходит. И через них все проходят вот темы, связанные с утаённой любовью Пушкина, Николаев связан, потому что Софья Потоцкая, Потёмкин был влюблён в мать, вот вверху мать,
эту красавица, фонареводка. Она была, ради нее Потемкин выстроил наш город таким красивым. Он хотел его сделать, как Петербург. То есть это отдельная тема, которая достойна. Кроме того, у меня выпущена серия, как видите, вот книжки, вот говорили о тайном приезде Пушкина, вот пожалуйста. Значит, здесь вот представлена «Тайный приезд», вот эта вот книжечка «Тайный приезд Пушкина» во время «Сказка о царе Салтане», он написал как описание тайного приезда. Вот три прилета, комара, мухи, и это все прилеты в Николаев. Найдены все даты, и даты все восстановлены, рукописи, которые связаны с этим. А вот там вот остров, это не Березань, Лиска? Это Березань, остров. Это Березань. Царь Буян, мы да. живем в царстве славного Салтана. Если бочку отсюда кинуть, она приплывет на остров Березань. Угу. То есть это отдельная тема, так, это вот можно рассказывать. Списывал, да, и вот Пушкин и Рафаэль. А вот эти книжки. Вот «Пояска Пушкина на саранчу» я разгадал. Никто не знает до сих пор. Вот она здесь разгадана. Найдены страницы рукописи, которые относятся к Николаеву. Ну, тут они в маленьком масштабе, я могу принести их в крупном масштабе, где, вот видите, он нарисовал портрет, портрет Воронцова. Ну, берутся портреты, отождествляются, смотрятся, когда была заполнялась, как он ехал, что он писал. Все это расписано. Слушай, это масса. Работа. У меня библиотека собрана уникальнейшая. Я тут приносил, показывал первые книги, изданные в Николаеве. Я открыл начало литературной жизни в Николаеве. Это все книги, которые тут издавались, и охотился за ними по Петербургу, потому что я работал главным специалистом и летал по 3 раза на неделю в Петербург, в Москву. То есть не было проблем из Николаева, тогда летали еще самолеты. И вот там я в каждом приезде я посещал библиотеки, архивы, концерты классической музыки, 300 концертов. Я слышал кого? Я слышал самого Шостаковича. Я голосовал за него в Петербурге. Молодым студентом, и только поступил на работу, я поехал в Петербург и попал как раз в сезон, когда голосовали, и в Доме науки он выступал как кандидат в депутаты. Я его слышал выступление. Потрясающе. И потом слышал. Я там слышал последний концерт Мравинского. Вот я тут не принес свои книги, у меня их масса. Там я писал в стихотворении, какое сильнейшее чувство я испытал после этого, потому что я ничего не мог. Я не мог нигде ехать, ничего. Я шел через весь Петербург в гостиницу свою и за это время сочинил стихотворение. Потому что состояние было такое, что с небес не хотелось возвращаться. Это было что-то, это был его последний концерт. Когда исполнялась незаконченная симфония Шуберта, музыка возникла из ничего просто. А зрители туда попасть невозможно было. Чисто случайно пришел к американцам, шли. Билетов нету. За полгода уже не было билетов. А вы смешались с толпой американцев? Американцы напротив, я их по-английски спросил, говорю, вы можете провести меня просто за ручку, я буду стоять у столба там, чтобы послушать. Только, нет вопросов, пошли. Вот провели. Так. И вот такая вот основа, которая... которую вы получили, Анатолий Иванович, и вы не в себе не таите, а все это реализовываете и в своем творчестве, и в Пушкинском клубе. Я знаю, что у вас есть замечательные 10 заповедей Пушкинского клуба, которые вы составили. Наталья Сергеевна, да. Может быть, прочтете? Это потому что это произведение, тоже следствие всего, о чем говорил Анатолий Иванович. Как говорится, подводя итог, но каждый год, раздавая программу Пушкинского клуба, на очередной наш сезон, обязательно на обратной стороне листика у нас написано 10 заповедей Пушкинского клуба. Кто знает, прочитает еще раз, а вновь поступившие просто послушают или прочтут сами. Мы с удовольствием послушаем, Наталья Сергеевна. О Боже, дай нам силы сделать в клубе то, что надобно в нем сделать. О Боже, разум дай не делать нам того, чего не нужно делать. О Боже, мудрость дай, чтобы искусно нам провести корабль меж этих берегов. Жизнь – это храм прекрасного искусства, и Пушкин в нем мудрейший из жрецов. Во след за ним полюбим жизнь на свете и будем с ним любовь боготворить. И пусть краса спасает мир от смерти, а мы, красу спасая, будем жить. Пусть будет в клубе все природным
и чувством служит добрым, а не злу. Любовь и свет в порыве благородном спасает от беспамятства красу и да возвысит нас над мелочами жизни, над бурями судьбы в нагрянувшей беде. Завет поэта бескорыстный о независимости и самоуважении к себе. Анатолий Иванович, это совместный труд, нет, да? Это нет, труд Анатолия Ивановича, я его озвучиваю. Анна Петровна дала мне задание, и я составил этот труд. Она говорит, как же Пушкинский клуб, без, когда она еще директором была, Дарья Слякова. Это как устав, да? Да, 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 да. И она говорит, вот мы, я взял, сел и написал вот эту нашу задачу. Я не предвидел, что первая часть сегодня актуальна. Но оказалось пророчески, что нужно пройти между вот двумя крайностями и все-таки выйти на ту цель, которая описана там дальше. И все-таки прийти к золотой середине. Ну, творческие да. люди, они всегда являются своеобразными пророками, потому да, что да, творчество да. как тут бы приоткрывает нехотя, как бы, лесу. Нехотя, да. да, нехотя. Дело в том, что у нас вот в следующем году, в 17-м году, исполняется 180 лет со дня гибели Пушкина. Я разгадал тайну гибели Пушкина вот в этой книжечке и написал статью. «Пророк России. Тайна гибели Пушкина». Значит, я ее пытался трижды опубликовать в этом самом, в литературной газете в Москве. Трижды воровали пушкинисты, потому что я сделал открытие, как погиб Пушкин. Я вам предлагаю провести в начале, ну, 10-го по старому стилю, как бы, ну, 10-го отметим, как бы в районе 10 февраля провести такую маленькую встречу, я коротко постараюсь рассказать, в чем состоит эта тайна гибели Пушкина. Мы, конечно, в Пушкинском клубе отдельно проведем, потому что там будет музыка, там будут дети играть, там все будет, то есть это там совсем другой антураж. Там будут рукописи полноразмерные, то есть я могу и сюда принести, то есть нет вопросов. Вот я вам специально хочу подарить эту книжечку. Спасибо, вот. Анатолий Иванович. Это раз, второе. С ней же связана вот еще одна такая книжечка «Первое время чумы». Трагедия, гения. Да, это все связано с его гибелью. Я ее тоже вам дарю. Спасибо, и вот еще одна книжка, которая связана с нашим Николаем. Это «Тайна поездки Пушкина на саранчу». Вот в этой книжке становится впервые, я разгадал и все провел, и документально доказал, когда Пушкин впервые узнал о заседании Северного и Южного декабриста, восстания декабриста. Он знал, кто на голове стоит. И многие пушкинисты до сих пор, они ж, не многие же знают, где эта книжка и так далее. Её, ну, висит кто-то на сайт, зайдет там. Вот. Но в этой книжке, значит, я показал о том, как он, почему он нарисовал в 26-м году в начале всех вождей восстания декабристов, которые были повешены. Потому что он именно в Николаеве встретился вот с этими двумя людьми. Вот, Вольховский, это его Суворочка, он его называл. И друг Яковлева, это его брат родной, писатель, кстати говоря. А Яковлев паяц же был в лицее. Вот. Они тайно приехали предупредить Пушкина, что Воронцов затеял интригу с царем, чтобы его выслать отсюда. Писать они не могли, письма переиллюстрировались. И они, значит, вот приехали сюда тайно. Я это все вычислил по рукописям, по их послужным спискам, когда они брали отпуск, это все совпадает. По журнале «ДДС» на французском ездил в Одессу, значит, все выписал оттуда, сфотографировал. Здесь все приведено, это все доказательства. Уже, Анатолий Иванович, так за вами могут охотиться и разные разведки, потому что вы можете дать фору вперед, значит, любому вот разведчику. Вот я даю еще спасибо. Эту книжечку для того, чтобы... Это просто труд разведчика, господа, понимаете? Не, ну апокрифология – это наука о разгадке тайн. Она, конечно, не претендует на такую всеобщую вещь, но там, пока я сузил все эти вопросы, вокруг разгадки рисунка, вокруг разгадки рукописей, вокруг разгадки текстов, древнегреческих текстов внутри них. Вот представьте себе, на Северном Причерноморье, вот в этих всех наших, говорят, греческих городах, нашли эти мраморные доски. В этих мраморных досках есть надписи. Никто не знает... Их все прочитали, но никто не знает, кто автор их, когда они написаны. Но теперь я их знаю, всех авторов и всех, когда они были. Вы знаете? Я знаю. И больше никто? И больше никто. Боже мой. И авторы их Гомер, не кто-нибудь.
И вот пусть попробует сказать, что он не был кемерийцем, если он жил не здесь, при наличии этих досок. Разгадывать тайны может только человек, который сам представляет собой большую тайну. Это вы, Анатолий Иванович. Там нет, ну тут никакой тайны нет. Да, вот да, Завизион уже провел программу, разведать у меня тайну. Ну, мы не будем пытаться сегодня разведывать тайну. Пусть эта тайна и остается. На то она и тайна, чтобы оставаться тайной. Но главное, что вы щедро делитесь своими знаниями со всеми. Друзья мои, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Но это только сегодня мы заканчиваем разговор. А на самом деле, я думаю, что разговор только-только начинается. Поэтому, друзья, следите, пожалуйста, за нашими эфирами. Обязательно посещайте Пушкинский клуб, потому что это плацдарм для культурной, не только для культурной жизни, а вообще это силы для того, чтобы жить дальше. Это четвертое воскресенье, 14:00, каждого месяца. Каждое четвертое воскресенье каждого месяца в 14:00 музей Верещагина. Музей, наш областной художественный музей имени Василия Верещагина. Друзья мои, до свидания. Це була розмова на тему. На все добре. Thank you.